Так, добрый день, Ирина, у меня вопрос. Мой будущий муж не хочет видеть на нашей свадьбе детей. Я не знаю, как сказать подруге, что мою маленькую крестницу взять нельзя. Ей 4 года, что делать? Вот это сложный вопрос, честно говоря, не знаю, что делать. Но объясните, пусть маленькая крестница колечки вам принесет. Объясните серьезную роль маленькой крестницы на вашем мероприятии. Может быть, она согласится, если у нее будет специально выделенная роль. А так, ну, конечно, я думаю, что вашей сестре, скорее всего, будет не очень приятно, если... Ну, если бы мне сказали, ты приходи, но без своих детей, я бы не пошла, наверное, скорее всего. Я бы сказала, не, ребят, так дело не пойдет.